Протаскивается закон о свободной продаже оружия в России. Ну, пройдет закон, не пройдет. Можно быть уверенным, что пройдет, потому что все, что хотелось до сих пор правителю, все законы проходили с легкостью, как по маслу. Ну, впечатление, что готовится очередное преступление против российского народа. Мало того, что наводнили прилавки несъедобными добавками, теперь еще будут пули. А хотелось бы знать имена и фамилии тех ученых, что позволили наполнить прилавки разрыхлителями и наполнителями и прочими отравляющими добавками, которые скрыты за какими-то буквочками Е1235 и так далее, и так далее. Несъедобными рыбами, мясом несъедобным, несъедобным помидором и так далее. Хотелось бы видеть, как лишают званий ученых степеней, как они получают запрет дальше на свою деятельность. Конечно, деятельность я поставил в кавычки. Хотелось бы видеть фамилии депутатов, что подписали все это законодательно, обман подарив народу. Ведь во многих странах Европы все это запрещено. Они как бы берегутся о своем народе, а мы не бережемся о своем народе. Хотелось бы знать, сколько они заработали на этом, депутаты. Теперь готовится новое преступление против народа. Наводнить собираются оружием население. Ну а почему бы не раздавать дубинки прохожим? И ножи, и бутылки Молотова. Так наполненные бензином и тряпочкой поджигаешь и бросаешь, если что-нибудь тебе не понравилось. Почему бы не наращивать хирургические, если делать операцию на груди, почему бы не наращивать там же у хирургов ногти, как у тигров, клыки хищников, почему бы не отправиться назад вообще, в доисторические времена ящеров или во времена дикарей в шкурах. Неужели не ясно, что огромный российский рынок принесет кому-то безумные доходы, и ради них подкупаются мнения в пользу разрешения на оружие? То, что выстрелы будут потом вместо аргументов или вместо пощечин и убийства неугодных ораторов, лидеров, свидетелей под лавочкой уличной перестрелки, конечно, выгодны коррупции и совершенно делают народ беззащитным.